Опыт, проблемы и перспективы профильных педагогических классов обсудили на Республиканской научно-практической конференции. Мероприятие собрало более 300 участников со всей Беларуси. Подробности у Екатерины Мыслевец. Из школьника вырастить будущего учителя. Именно с этой целью в 2015 году во всех регионах Беларуси открылись первые педагогические классы и группы. Тогда их насчитывалось более 100. В каждом обучалось свыше 1500 ребят. В нынешнем году эти показатели выросли более чем в 3 раза, что говорит о популярности и востребованности направления профильной педагогической подготовки. У нас в этом году 447 педагогических классов по всей стране. Это очень большое число, более 4000 учащихся. Сегодняшняя конференция особенна тем, что в ней принимают участие выпускники первых 5 классов. В нынешнем году, сразу после школы, они уже твердо решили связать свою жизнь с профессией учителя и поступили в Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка. Я училась в средней школе номер 6 города Минска в педагогическом классе. Нас туда принимали в 10-11 классы. Получается, я именно вот в 5-классе поняла, что я хочу быть педагогом. И, наверное, в 10 классе еще шло какое-то освоение, а уже в 11 какое-то полное стремление поступать в Белорусский государственный педагогический университет. Я хочу попробовать себя поработать и с детьми, и при этом не запускать научную работу. Масштабный форум собрал учителей и педагогов, директоров школ, ученых и специалистов со всей страны. Ребята, которые учатся в педагогических классах, в первую очередь на повышенном уровне изучают профильные предметы. Кроме того, будущие учителя дополнительно проходят психолого-педагогические дисциплины. Я думаю, что самое главное наше направление – это научить детей любить профессию, любить тех, с кем они общаются и будут общаться по роду своей уже дальнейшей деятельности изо дня в день. Понять, что это все-таки призвание, а не, скорее всего, работа. Также в рамках конференции открылась выставка достижений учащихся и выпускников педагогических классов. Ребята представили свои лучшие портфолио, исследовательские и творческие работы.